Иисус говорит ему: «Вложи меч в ножны. Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? Он бы тут же послал мне 12 ангельских воинств, а то и больше. Но как в таком случае исполнится Писание? Ведь все это должно произойти». И сказал тогда Иисус толпе: «Вы пришли за мной с мечами и кольями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, и вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнились писания пророков».